Дорогая тетушка Люси, у меня очень важные новости. Мы едем в Перу. Угощайтесь. Тетя Люси! Боюсь, она отправилась на какие-то поиски. Но она ведь ждала нас. В этом-то и загадка. Где ты, тетя Люси? То, что она искала, возможно, приведет вас к ней. Простите, эту лодку можно нанять? Капитан Хантер Кабот, к вашим услугам. Ваша карта – ключ к местонахождению Эльдорадо. Вы про... Классные чипсы. Угу. Он про мифический город. О. Город золота. Если Эльдорадо существует, почему его никто не нашел? Потому что, согласно легенде, медведь укажет путь. Точно. И что это за медведь? Мне кажется, или начинает штормить. У нас небольшая проблемка. Паддингтон, что ты делаешь? Похоже, управляю кораблем. Тетя Люси нашла меня медвежонком. И откуда ты взялся? Она бы не бросила меня в беде. Я должен ее найти. Если это кому и по силам, то тебе, медвежонок. А вы без дела не сидели. Где ты, медведь? Мы найдем ее, Паддингтон. Наша семья держится вместе. Оберегись! Тетя Люси всегда говорит, когда сгустились тучи, надежда, вот твой лучик. Я иду, тетя Люси! Приключения Паддингтона 3. Запомните, никогда не трогайте эту штуку. Что за растение? Красное и колючее. Тысячи извинений. В кино с 28 ноября.